Жители Улан-Удэ приглашают на ярмарку. Как сообщают представители Минсельхоза Бурятии, выставка «Ярмарка «Золотая осень-2017» пройдет в эти выходные на разных площадках города. На прилавках будет представлена продукция нового урожая – картофель, овощи, саженцы, мед, дикоросы и многое другое. Эту ярмарку мы проводим совместно с сельхозтоваропроизводителями Республики Бурятия, пищевыми организациями, торговыми организациями города Улан-Удэ. Сельхозтоваропроизводители будут представлены на площадках «Центральный рынок», «Традиционный стимул», торговый комплекс «Крестьянский», «Фортуна». Дальше это у нас получается «Туя» в 18-м квартале. И открылась новая площадка для сельхозпродукции на левом берегу. Эта площадка называется «Урожайная» на Бурводе. Улица Строитель, дом 29А. Отметим, что те жители, которые весной этого года стали обладателями продовольственных сертификатов, также могут по ним приобрести продукцию, которая будет представлена на данной ярмарке. Ярмарка пройдет с 30 сентября по 1 октября с 10 до 18 часов. Заявки для участия в ней принимаются в Минсельхозе Республики.